Качка воздуха завершена. Так, отключаем тормоза электродвигателей. Раз включился. Второй включился. Подаем питание нового двигателя 30 вольт для вращения их в противоположные стороны. Навстречу друг другу. Так, вращение началось. Диски начали вибрировать. Временно отключая питание одного двигателя, изгибная волна очень хорошо видна. Она продолжает вращаться, такая волна. Сейчас снова включаю его питание. Изгибная волна очень сильная. Вращаются в противоположную сторону навстречу друг другу, одновременно изгибаются, при этом механически в контакт не вступают. Вибрация снова пошла. Включаю питание одного двигателя на время. Он начинает тормозиться, в это время появляется очень сильная, заметная изгибная волна. Снова включил его.